Сергей Миняйло посетил с рабочей поездкой Иравский район. Руководитель региона оценил темп реконструкции горной дороги, пролегающей от селения Мацута до Комарт. Восстановительные работы ведутся в два этапа. В этом году дорожники отремонтируют участок протяженностью 21 километр с подъездом к селению Галят. По плану реконструкции предполагается установка 60 водопропускных труб, укладка дороги и 5 мостовых переходов к искусственным сооружениям на автодорогах. Совместно с председателем профильного комитета, руководством района и подрядчиком Сергей Миняйло обсудил планы дальнейшей реконструкции участка. Важно четко определить объем предстоящих работ, чтобы объект был сдан в установленные сроки. Сергей Миняйло предложил привлечь к работам субподрядчика. Дзыгорское ущелье – одно из самых впечатляющих направлений в республике. Необходимо развивать экотуризм, модернизировать туристические маршруты, повысить доступность, качество и безопасность дорог, отметил Сергей Миняйло.